Привет. Кто-то мне говорил: Светка, чего ты не снимаешь видео, где есть добрые, хорошие там моменты там и все такое. И знаете, вот это мне очень понравилось. Видимо, это момент с какого-то кулинарного шоу. В какой стране, честно говоря, я не знаю. Но знаете, вот можно характеризовать вот это вот все одной фразой: папа вам не мама. Потому что когда требуется защита, когда что-то случается плохое, очень важна отцовская поддержка. И вот этот момент показывает, вроде глупость, да, но показывает ее как нельзя очень хорошо. И мне очень понравилось, не знаю, мне вот это видео прям душу согрело. Так что знайте, что на самом деле отец это очень-очень важный человек в жизни любого ребенка, и неважно, сколько ему лет.